Почему написано, что союз, он напротив разума? Тут момент, когда кажется, что это да, соответствует разуму. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Заключение союза — это значит, что несмотря на то, что я нахожусь в ощущении двух противоположностей, и я не вижу связи между ними, и как одно может поддержать другое, и мое мнение противоположно мнению товарища, настолько, что мы ненавидим, что я ненавижу его, что, как написано в Зоар, что ученики Рабби Шимона хотели убить друг друга. И это действительно не преувеличение. Такое разделение было между ними. Но вместе с тем они воевали против этого разделения и требовали от Творца, чтобы Он помог им объединиться выше разделения. Это называется работой в вере выше знания. Силе отдачи, чтобы она властвовала, чтобы она управляла силами разделения, силами получения. И с помощью этого они удостоились большого подъема, так что раскрылись им все тайны творения, настолько, что они написали о них книги Зоар. И нам нужно стараться также идти по их пути. И у нас есть все условия. Мы находимся в десятках, мы находимся во всей этой методике, которая открыта нам, насколько мы в состоянии ее раскрыть и понять и реализовать. Все есть. Давайте немножко больше будем давить на себя в направлении объединения, и мы увидим, что из этого разделения, которое представляется нам, что невозможно в этом чего-то достичь, мы раскроем, что тут может быть объединение, единство, и так мы придем к видению нового состояния, к последнему поколению, к исправленному человечеству.